Майстер спорту СССР и заслуженный тренер Беларуси по велоспорте Александр Барысюк отзначае юбилей 80 годов. Сегодня с днем народжения его веншавали сябры, коллеги и выхованцы. Его укладу развитие спортивного життя региона складана переоценить. Александр Барысюк починал спортивный шлях тренером и подрихтовал ни одного поспехового спортсмена. Наприканце 90-х годов узначальвал управление спорту Гомельского облвыканкама. З его подачи у регионе по начал развиваться фристайл. Менавіта ён пераканаў Аллу Цупер приехать у Гомель. Один из самых значных периодов карьеры – работа выканаўчым директором хоккейного клуба Гомель. У многим, дякуючи яго намаганням, у областном центре адрадзіўся профессийный хоккей. При им рысі завоевали першее и пакуль адзінае чемпионство краины, а так само стали сарэбранымі призерами суперфиналу континентального кубка. Самое главное, что не надо с первых же дней бороться за первое место. Это место достается через большой труд, спустя определенное выстоявшееся для спортсмена время созревания его.